Маленький Миша хочет перейти дорогу. Попробуем заново, только пусть на этот раз мэтр объяснит несколько простых правил. Во-первых, пользуйся пешеходным переходом. В темное время суток неплохо бы одеться поярче. Когда для машин зажжется красный, а для пешеходов зеленый свет, можно переходить. Но предварительно посмотри налево, а затем направо. И не зевай! И машины, и пешеходы должны быть внимательны друг к другу. Соблюдай правила. И в добрый путь!